siete. Я очень давно вас не видел. Вы опять в морг ходили? Это грех. Нельзя противиться воле Божьей. Нужно принять все как есть. Как приняла это Божья Матерь, когда лишилась своего сына. Я не могу. Верьте, Бог все видит. Он знает, что для нас необходимо. Бог делает все только по любви. Вы верите в Бога? Я хочу верить. Здравствуйте. Вы меня слышите? Здравствуйте. Я хочу заявить о пропавшем ребенке. У нас уже имеется ваше заявление. Я прошу выдать мне тело Дмитрия Васильевича Попова. Отношение к покойнику? Он мой сосед. Он жил со мной в одной коммуналке. Тела выдаются только в распоряжение близких родственников. Следующий. На этой неделе детей еще не поступало. Да. Ничего. А мелочи не будет? Нет. Закурить не найдется? Нет. Жадная тетя. Ну, вообще. Последний день работы весенней сессии городского парламента. По этому поводу петербургские законодатели отчитывались о работе, проделанной в минувшем году. Несмотря на довольно непростой в политическом отношении год, парламентарии остались довольны своей деятельностью. С подробностями наш корреспондент Владимир Снитков. Минувший год для петербургских депутатов выдался бурным и насыщенным. Противостояние в начале политического сезона по поводу третьего срока Владимира Яковлева и его досрочный уход 303-й Петербург и смена полпреда, несомненно, оказали серьезное влияние на политическую жизнь петербургского ЗАГСа. Thank you.
Деточка, что с тобой? Пожалуйста, помогите мне. Что случилось? Я ваша соседка из дома напротив. А я знаю, кто вы. Это была комната Анны. Комната моей дочери. А где ваша дочь сейчас? Я не знаю. Как это? Она не вернулась из школы. Когда? Почти 3 года назад. Что вы с ней будете делать? Помою ее. Я не знаю вашего имени. Маша. А я Павел. Спасибо вам, Павел. Спокойной ночи, Маша. Если вам что-нибудь нужно. Хорошо. Спасибо. Спокойной ночи. Молодец.
Тебя как зовут? Катя. Катя? Угу. Я тебя завтра утром поведу в поликлинику. Не пойду я ни в какую поликлинику. Ну, не нужно бояться. А где твоя мама? Я не знаю. Когда ты ее в последний раз видела? Когда она оставила меня на вокзале. В Котельниче. В Котельниче? А где это? Далеко отсюда. Здравствуйте. Вы меня слышите? Здравствуйте. Я хочу заявить о пропавшем ребенке. У нас уже имеется ваше заявление. Это не о моей дочери, это о другом ребенке. Это не тот бланк. О, спасибо. Свои яички. Ну, спасибо. Благодарить. Спасибо, спасибо. Здорово. Подайте, пожалуйста. Яичко для сына моего инвалида. Бог тебя благословит. Бог услышит твои молитвы. Спасибо, бабушка, спасибо.
Не подскажете, квартира 16 где? Пойдемте, я провожу. Угу. Что-нибудь случилось? Ну да. Сюда. Что случилось? Мария Даниловна? Да. Павел Разовский. Мы готовы. Пожалуйста. А где вы ее нашли? У Невы, под мостом. Прошу вас. Пожалуйста, входите. Открывайте. Мария Даниловна, это тот ребенок, о котором вы заявили? Это Анна. В вашем заявлении указано, что ее имя Катя. Это Анна, моя дочь. Выдайте мне ее тело. Мария Александровна. Да? Может, имя в документах изменить? Делай, как хочешь. Хорошо. Мама. Я здесь.